Всем привет! Вы на канале Хвостатое Чудо. Меня зовут Елена. И сегодня, наконец-то, тот самый день, когда мы переезжаем домой. Шелька! Шельк! Мы переезжаем домой. Что нам для этого надо? Конечно, надо перевести попугайчиков. Надо сделать это аккуратно. Попугайчиков вести в клетке вот так я не рискую. Во-первых, клетка большая, я ее не смогу... Вернее, я уже когда сюда ехала, я знаю, что я ее положила на сиденье. Это было невероятно. Все-таки это невероятно большая клетка, что она мне еле поместилась на сиденье. Я даже пыталась прицепить огнями, ремнями, вернее, безопасности. Огнями. Ремнями безопасности, и то мне не хватило ремня безопасности. Он оказался немного коротковат. Поэтому перевозить... Особенно перевозить в клетке попугая вообще не рекомендуется. Этого делать вообще нельзя. Если вы видели и знаете, что так перевозили, это люди делали на свой риск и страх, и они полностью отвечали за своих попугайчиков. И, естественно, кто-то контролировал процесс, придерживал клетку и тому подобное. В моем же случае, когда, допустим, я одна, всех я уже перевезла, и вот я осталась все одна, мне никто не поможет. И вообще в целях сообразности, неважно, одни вы, не одни, вам надо перевести попугайчика именно в таком помещении, как коробочка. Вот у меня есть коробочка. Вам надо взять попугайчиков аккуратненько, каким-то образом, не повредив ничего попугаю, аккуратно взять руки и переместить уже в коробочку. Так как эту коробочку я перевозила их сюда, уже она открыта, и сейчас я ее заново заклею и перевезу таким образом. А клетку я уже спокойно как-то установлю ее в машине, просто ее поставлю так, чтобы она мне не шаталась, не разбилась, ничего с ней не случилось. И спокойно мы переедем. Все едут. Вот. Так что, ребят, следующая уже часть видео. Я думаю, она выйдет уже, когда мы будем дома распаковываться. Все, пожелайте нам удачи, мы поехали. Ура, ура, мы приехали домой. Наконец-то мы приехали домой. Я уже успела быстренько помыть клеточку. Она чистенькая, она была безумно грязная. Вот, за это время. Ну все, я помыла, все почистила, все водичку сменила, корма поставила. Слышите, да, попугайчики мои уже шумят, хотят быстрее выбраться на свободу. Ну вот, начала приоткрывать коробочку, они сами у меня повылетали аккуратненько и сели на свою клетку, что означает, птицы знают это место и знают его очень хорошо. И сразу они у меня запели. Все, больше никакого... экстренного случая. Все у нас хорошо. Наконец-то мы дома. Наконец-то. Сейчас дам птичкам немножечко освоиться, успокоиться. Да? Шилька. Ага, скажи, да, я эту комнату знаю, я уже ее видела. Кто это у меня тут? Кто это у меня тут бегает, а? Угу. Топочка. Шиля. Убегаешь? Шиля убегает. Давай, взлетай вон в клеточку, иди покушай. Интересуешься, да, всем? Интересно все? Лила, ты как обычно. Шуганула всех, да? Шуганула. Вот она, моя девчушечка. Дома хорошо, тепло, да? Ну и вот, когда мы приехали домой, птицы приехали обратно в свое любимое помещение, и теперь Топа у нас не спит. Топа везде лазит, да, Топа? Топа птичка? Птичка? А это Шиля. Шиля. Шиля девочка, да? Девочка. Кстати, кто у меня спрашивал насчет минеральной смеси? Вот она, моя минеральная смесь от фирмы Padovan. Называется Биогрид. Вот такая.
Это песок с древесным углем из древесины хвойных пород. Вот так вот выглядит. Это биогрит. Минеральная добавка для зерноядных птиц, смесь усвояемых минеральных веществ, это измельченных ракушек, которые придают кальций и наполнителей, кварц и каолиновая глина, способствуют пищеварению принятой пищи. Состав здесь измельченные ракушки 43%, кварц 43%, гранулы в обожженной глине 12,5%, древесный уголь 1,5%. Состав, значит, у нас зола нерастворимая в соляной кислоте, кальций, фосфор, натрий. Вот такая у нас вот минеральная смесь. То есть, если, допустим, ваши птички не едят минеральные камушки, которые ставите, да, вот эти мелочки, то очень хороший заменитель вот эта добавка минеральная биогрид. Мне очень... Ну, не знаю, как мне очень нравится, будет сказано немного не так, неправильно. Птицам очень нравится. Во всяком случае, Топи, у него нет никаких проблем с пищеварительной системой, все хорошо, уже более года используем, все отлично. По многим просьбам наших знатоков, которые просят поменять... Вот этот канат. Да, тоже читала, это вредно птицы. Вот когда клювиками своими тут пытаются вот этот погрызть, вот эти махрушки появляются. И говорят, это очень как бы вредно для птичек. И нельзя допускать. Я с ними согласна. Как говорила, у меня все руки не доходили все это поменять. Да, в этом плане я, конечно, сделала неправильно. Сейчас исправляю свою ошибку. Взяла джутовый шпагат. И попробую эту систему закрепить на нем. Сейчас посмотрим, что у меня из этого получится. Я взяла наш шпагат и связала вот такую косичку вместо канатика, да? Получилась вот такая вот штучка. И на ней мы сейчас будем закреплять наши с вами бревнышки. И что из этого выйдет, я думаю, сейчас будет очень даже интересней, чем в оригинале. Ну вот, скрутила я. И вот что у меня получилось. Конечно, не так выглядит, как в оригинале, молясь. Ага, заметила, сейчас этот узелочек наверх перетащу. Ну, будет... Зато безопасно. А чем вот это вот опасно, говорят, что сделано из такого материала, что когда они грызут мелкие ворсинки, они попадают в зобик и засоряют его, тем самым нанося вред попугайчику, он начнет задыхаться, ну, то есть может реально задохнуться от этого. Топа был к этому равнодушен, поэтому я, наверное, не так быстро поменяла, хотя надо было сделать это с самого начала. Вот. А я смотрю, Шилька, она очень интересуется этой игрушкой, поэтому было решено срочно поменять, пока не было плохих последствий. Ну и вообще, это моя лень, да, нельзя так делать, надо сразу принимать меры. Ну вот так вот мы сделали, тут завязали узелочки, и надеюсь, сейчас повешу, понравится, не понравится, посмотрим, это время покажет. Ну вот так у нас теперь выглядит наша игрушка. Надеюсь, им понравится. Чё, испугались? Ну да, немножечко тут вам сделала небольшой апгрейд. Но играйте, если нравится. Теперь я спокойна за Шилку и за Топ, конечно, тоже спокойно. У меня получается какой-то домик, все из джута. Здесь обмотка. Все ради здоровья своих птичек. Ну вот, там поставила лесенку, сшили, и прикрепила туда сепию. Надеюсь, она заинтересуется, попробует и будет грызть. Хоть кто-то ее будет грызть, да, Шильчик? Шиля. Топа. Так, ну что,
У вас там все хорошо? Все нормально? Отдыхайте. Дай чуть-чуть чумиза. Давайте я вас угощу. Сейчас попробую дать чумизу. Папа, будешь? Папа, это я. Не пугайся, будешь чумизу? Вкусняшечка, да, вкусняшечка. Шиля, ты будешь чумизу? Не пугайся, ребенок. Видишь, ты что поест? А ты? Топа, он как ест. Ничего не боится. А ты? Так. Что-то пошло не по плану. Но мы попробуем еще раз аккуратненько.